В минувшие выходные на базе Каспийской гимназии номер 11 прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Мама, папа, я. ГТОшная семья», который приурочен к Году семьи. Почетным гостем соревнований стал 9-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по вольной борьбе Ибрагим Ибрагимов. Целями семейного фестиваля ГТО являются повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии населения и вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом. Говоря словами выдающегося педагога Василия Сухомлинского, спорт приносит максимальную пользу тогда, когда все участвуют в этом процессе. Ну, мы не должны заставлять заниматься спортом, мы должны прививать в детях здоровый образ жизни. И папа, мама, и я – это как нельзя лучший пример для этого мероприятия, для того, чтобы все эти добрые традиции возродить. Задачами семейного фестиваля ГТО является популяризация комплекса ГТО, вовлечение семьи в процесс физического воспитания детей, повышение уровня физической подготовленности населения города, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для выполнения норм ВФСК ГТО и развитие мотивации детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом и многие другие. В спортивном мероприятии приняла участие 21 семья. Это ученики вторых классов и их родители. Среди них разыгрывается вот несколько видов. Это бег на 30 метров. Все участвуют, папа, мама и ребенок участвует. Средний показатель определит судейская коллегия. Также прыжок с места в длину, наклон и отжимание от пола. Это все виды, которые входят в программу сдачу норм ГТО. Для победителей соревнований были подготовлены грамоты и медали. Отметим, что фестиваль организован при поддержке Управления культуры Каспийска. Эту эстафету мы, как первооткрыватели, пилотный проект, мы хотим предложить остальным тоже участникам образовательного процесса. А кто будет следующим участником, мы узнаем через наш любимый канал, телеканал «Среда».